игра прошла очень легко. Все прошло, как и задумывалось. В принципе, никаких сложностей не было выиграть эту игру. Мы просто начали играть свою игру и почувствовали, что противник немного зажался при игре с нами. И мы этим воспользовались. Пытались делать свои какие-то заготовки, наработки, свои флешки, стратегии и так далее, но мы уже давно играем вместе и очень давно понимаем, что нам нужно сделать в таких или иных ситуациях уже. За эмоции, за атмосферу, за то, что здесь каждый раз, сколько мы играем, уже постоянно создаются новые ситуации, новые моменты, которые мы постоянно как получаем опыт от них. Нам интересно что Counter-Strike — это такая игра, где за секунду нужно принимать правильные решения, и чем меньше ты ошибаешься, тем сильнее ты становишься. Ну, любимая карта у меня Inferno и Dust 2. Оружие, ну, без разницы, я могу с любым попробовать поиграть. Не всегда интересно менять выбор оружия. В любом виде спорта тут тоже есть роль тренера, роль капитана. У вас еще в игре именно есть роль снайпера, роль того же самого открывающего челика, который самый первый выходит, который в клатчах остается, который суппортит, допустим. Это так, это как и любой другой вид спорта, и все так же. Да, естественно, ради этого мы играем, чтобы стать лучше и выбиться на такой уровень. Как и во всех командах, естественно, разногласия бывают, но эти разногласия, то есть это спор, что правильнее, что неправильнее. С каждым разом мы узнаем, то есть мы фиксим каждые ошибки благодаря этому, то, что мы насчет чего-то, ну, насчет, если мы, у нас что-то не получается, то мы начинаем об этом разговаривать, обсуждать, что не так, и мы так разбираем ошибки, без этого никак. В онлайне для некоторых из нас, да, это крупный турнир, когда мы в онлайне дошли до гранд-финала, а гранд-финал оказался на лане. Так мы еще у себя в городе много лан-турниров играем, там их тоже выигрываем. Смайли вот у нас выиграл Pura Bicup, для него это тоже очень крупный турнир. Алтел еще, да. Я, в общем, играл в командах по названию Montegas. Сейчас в данный момент выступаю за команду Seven. Мы с Montegas'ами выигрывали Алтел Cyber Games в 2018 году, в сентябре. Выиграли Авангард. Вот недавно Боровое мы выиграли с X Honor and Glory составом. Первое место. АУК подороже сделать. АУК. Не надо. Такое оружие, которое недавно пофиксили. Слишком дисбалансное. Да, слишком дисбалансное оружие, которое, ну, со скопом, когда ты зумишься, ты не прощаешь, как бы, с этим оружием. Типа вот это можно пофиксить, типа подороже делать просто оружие и все. А так, пока ничего такого нет. Все нас устраивает. Капли на пол когда падают. Капель? Когда в одной комнате человек сидит и слышит, как капли падают. Пенопластом, когда по стеклу водят. И там под землей закапывали, ну, голову вытаскивали, и муравьи потом кушали. Хороший. Что?